Светлана Кузьмицкая – медицинская сестра с солидным стажем работы длиною почти в четверть века, из которых 12 лет в процедурном кабинете. А потому ожоговое отделение Брестской областной больницы для нее уже давно стало вторым домом. Признается, что порой работа отнимает все силы, усталость и моральное напряжение дают о себе знать. Но ни разу за долгие годы Светлана Петровна не пожалела, что связала свою жизнь с сестринским делом. Мне всегда очень нравилось еще в детстве, вот в школе, вот профессия медицинской сестры, медицинского работника, поэтому я как бы никогда не задумалась о чем-то другом, не думала, мне всегда очень хотелось. И сразу же после школы, я сразу же подала документы в Брестское медицинское училище, и вот закончила и пришла на работу в областную больницу. На вопрос о том, какие черты характера важны для медсестры, Светлана Петровна отвечает, не задумываясь, терпение и трудолюбие. А еще обязательно желание работать именно в этой сфере. Без любви к людям и профессии ничего не получится, ведь, по словам специалистов, от внутреннего настроя пациента на выздоровление порой зависит половина успеха. И чаще всего именно медицинские сестры, которые находятся рядом с больными круглосуточно, поддерживают и помогают, успокаивают и настраивают на нужную волну. Могу сказать про своих медсестер, что они, естественно, у меня самые лучшие, самые добрые, самые отзывчивые. Очень приятно, что мы можем поздравить наших медицинских сестер, всех, не только нашего отделения, не только нашей больницы. Пожелать им в первую очередь крепкого здоровья, как можно сказать, терпения в нашем нелегком труде, семейного благополучия, и чтобы у них все всегда получалось. Говорить о сложностях своей работы Светлана Петровна не любит. Считает, что без проблем не обходится ни в одном деле, даже далеком от медицины. А положительные эмоции в тот момент, когда бывшие пациенты здоровые и счастливые приходят со словами благодарности, только укрепляют веру в то, что когда-то она сделала правильный выбор, поступив в медицинское училище и посвятив свою жизнь спасению жизней других. Я хочу пожелать благополучия больнице, как бы, чтобы они так же относились, как и вот к нам, вот ко всем относятся. Как бы мне очень понравилось. Медперсонал как бы очень хороший, как бы всегда все вовремя делают, все попросишь, как бы все, ну, дают, как бы те обезболивающие уколы, и все, как бы, все мне понравилось, все очень хорошо. Все очень хорошие, все хорошие отношения. Хочу им, ну, пожелать здоровья, самое главное, терпение к нам. И всего самого хорошего. Медсестра – это ноги безногого, руки безрукого, глаза слепого, уста немого, поддержка слабого, помощница матери, няня-младенца. А еще медсестра – это психолог, выслушивающий и понимающий. Эти слова Вирджинии Хендерсон, одной из самых известных и прославленных медсестер 20 века, как нельзя лучше описывают всю суть сестринской работы, открывая ее значимость и важность. А потому специалисты сестринского дела заслуживают самой искренней благодарности и только теплых слов за свой нелегкий труд, не только сегодня, в свой профессиональный праздник.